кто ты такой? Ты принимал участие в битве? Нет, я родом из Тёрка. Вот ищу Гилтера, смотрителя замка Сильверлейк. Считай, что нашел его. Я и есть Гилтер. Барон Стёрка хотел передать тебе со мной письмо. Новости из Тёрка? Давно пора. Вот. Теперь, когда письмо доставлено, мне бы хотелось попросить тебя... Извиняй, незнакомец. Что бы у тебя ни было за дело, оно подождет. Подождет? Но дело-то срочное. Я тебе верю, но с того времени, как закончилась битва, у меня нет ни минуты свободного времени. Нужно похоронить павших и вылечить раненых. Может, я сумею помочь? Сейчас нам любой помощник будет очень кстати. Мне пора возвращаться в замок. А Доран до сих пор бродит по полю боя. Доран? Знаменосец нашего лорда. Он отказывается возвращаться в замок. Уговори его, тогда я смогу выслушать твою просьбу. Почему Доран не хочет возвращаться в замок? Считает, что запятнал свою честь. Во время битвы он обронил флаг его светлости. А что, вам до знамени лорда нет дела? Есть дело. Но мне нужно было как можно скорее собрать в замке всех людей. Я посмотрю, удастся ли отыскать твоего Дорана. Тогда и поговорим. А где находится поле боя? К северо-востоку отсюда, неподалеку от входа в Торниарское ущелье. Просто иди по торговой дороге. А твой замок где его искать? К югу отсюда. Можно дойти по дороге, что ведет на юго-восток. Смотри-ка, новое лицо. Кто ты? Балдрин. Я раньше работал в лагере лесорубов, но сейчас все изменилось. Проклятая война. Но ты был там, на поле боя, когда он был окончен, ведь так? Только на самом краешке. Но даже там земля была выжжена дотла. А что с остальной частью поля боя? Не знаю. Там с горы сошел оползень. Завалил проход, а заодно половину армии. Мы хотели разобрать завал, но эта голова, она жуткая. Что еще за голова? Огромная, страшенная рожа из камня. И поганая да нельзя. Гаже пёсьей задницы. Клянусь, она все время на меня пялилась. А позади лица что-то щелкало и скрежетало. Но на наши крики никто не отозвался. Может, расскажешь об этом крае? Далеко отсюда, на северо-востоке, есть поле, где пролилось много крови. К югу стоит замок. Ну а мой лагерь недалече к северу. В пещерах шарятся гоблины. В последнее время эти мелкие твари совсем обнаглели. К югу от замка живут орки. Обычно они безобидны, но сейчас как с цепи сорвались. Орки как с цепи сорвались? А то! Раньше они и мухи бы не обидели, а недавно аж на сам замок напали. Что за беда с гоблинами? Раньше эти паршивцы только донимали нас почем зря, но с началом войны стали очень опасны. Те, что живут на юге, воруют все, что под лапу подвернется, а северные жрут все, что не увидят. На ней человеченкой не брезгуют. Что здесь происходит? Битва отгремела, вот что происходит. Мы свозим раненых в замок. Тех, кому повезло меньше, хороним. Если удается найти.
Я думал, что битва прошла на севере. И там тоже. Мы возвращаемся и по дороге разжились у следопытов припасами. Им они все равно больше не сгодятся. Что случилось со следопытами? Мертвы. Или разбежались. Их глава Караглан где-то шляется. Он вовремя унес ноги и остался жив. Трусливый пес. Приветствую. Эй, ты! Ты можешь мне помочь? Чем я могу помочь? Я пришла сюда из замка. Вообще, я торговка, но время сейчас нелегкое. Вот и ухаживаю за ранеными. Хотела попросить следопытов об услуге. Да только где они? Уж точно не здесь. О чем ты хотела их попросить? Раненые нуждаются в лечебных орешках. Мне нужны люди для охоты на кабанов. В долине, к югу отсюда. Для охоты и вырезания орешков из кабаньих желудков. Что? Орехи – сильные лекарства, но в чистом виде для людей ядовиты. А вот кабаны их обожают. Их желудочный сок растворяет яд, потому нам и приходится бить сикачей. Понятно. Если ты сможешь помочь, я в долгу не останусь. Полдюжины орехов мне хватит. Я сейчас отправлюсь в замок, а ты, когда раздобудешь орехи, тащи их ко мне. Мне бы хотелось взглянуть. Чем могу служить?
Эй, ты! Слушай! Слушай скорее! Что стряслось? Мне нужны грибочки для опытов, да. Грибочки? Опыты? Что ты несешь? Я все объясню, только принеси грибочки. Я открою тебе тайны алхимии, как родному. А все-таки, чем ты тут занимаешься? Изучаю, думаю, ставлю опыты. Раньше я работал в замке, но они решили выгнать старого бальзама. Почему тебя приказали выставить из замка? Это все Гаваан и его челядь. Тупые, высокомерные чурбаны. Ничего не смыслят в жизни, ничего не понимают. Я их учил, помогал расширить границы сознания. Но они все равно меня выгнали. С какой стати людям Гаваана тебя прогонять? Давай не будем продолжать. Это глупая история. Да, глупая. Так бывает, если берешься учить баранов. Но ты ведь не баран. Ты хочешь кое-чему научиться, верно? Чему ты можешь меня научить? Вот принеси мне сморчков, тогда я расскажу о том, как сгустить зелье манны. Очень усилит эффект. Это так просто! Ладно, выкладывай, что за грибы тебе нужны? Ядовитые сморчки. Очень редкий вид. Растут на крови. На свежей крови. Стой! К востоку была битва. Битва, да? Да, славная битва. Там должны расти грибочки. Коль скоро кровь из ран отверстых окрасит корни и траву, ты знай, на той багряной мессе грибы плодятся и живут. Если ты сам знаешь, где растут грибы, так сходи и собери. Ох, там всюду гоблины, всюду. Мелкие поганцы не дают мне прохода. Хорошо. Если я вдруг набреду на эти кровожадные грибы, то принесу их тебе. Не кровожадные грибы, ядовитые сморчки. Ядовитые сморчки!